Обвиняемому в убийстве несовершеннолетней избрали меру пресечения. Сегодня в Орджоникидзевском суде состоялось закрытое заседание. Подозреваемого заключили под стражу на 2 месяца, до 4 сентября. Максимальное же наказание, которое ему грозит, до 15 лет лишения свободы. Напомню, 16-летняя девушка пропала неделю назад, а накануне было найдено ее расчлененное тело. По версии следствия, преступление совершил 18-летний знакомый погибшей. Убийство произошло в результате ссоры. Также в соучастии подозревается еще один молодой человек.